Так, кукушечки всем. Давление, видите, какое? 761. Ртутного столба. Я вот уже обратил внимание. Высокое давление. Рыбы дают нерест. Короче, само вон ловлю сейчас. Тут уже накидали тут кучу целую. И она еще кидает. И кидает, и кидает. Крапчатая вот там вот. Так, не будем мешать. Сюда и сразу в стороночку. Они уже тут все на синьке. Потом еще поддобавлю вдруг чего. А потом туда-сюда смотрю, а вон и тут кто-то что-то там шевеление. А, нет, это улитка. А я думал, там икра, думаю, еще одна. Короче, работает сейчас место тут больше. Валентин, а ну, просторонись чуть-чуть. А, это Валентина. Валентин, вон он, с красным плавником. Самец Валентин. А это Валентин. Аля, какой прикольный, да, по цветам он? А, ну фу, хорошо. А то я уже тут и думал этих высаживать. Короче, надо подвязывать с этим грязным делом. Вот это продавать, распродавать все нахрен. Куда я его наплодил столько? Он. Я не знаю. Вот тут куча целая, тут сотни с плюсом. Вот тут я не знаю сколько. Куда их надо деть? Вот это вырастить и все. Сейчас он собрался у Валеры воду менять. Вон, видите, сметя сколько. Шлангом своим этим сейчас зеленым этим джиг. Мусор сначала отдельно поубираем, пока туда-сюда. Валерьян, настала твоя очередь. Наконец-то, скажи. Что, залью одну бадью покупной. Вот ту. Уже она не полная. Там литров 15 точно есть. А вторую, литров 30, я отсюда солью. Короче, три ведра. 50 на 50 будет моя отстойная, типа. Ну и это вот будет покупная тогда. Чтобы они с ума не сошли сильно. Потому что мне их жалко. А хотя, может, я ему кину эту свою. Сколько она? 3 дня стоит. Поставлю тогда, кину сюда туда внешний поставлю. Ну, посмотрим, как оно будет, как она себя покажет. Все равно она там, конечно, белая еще. А отсюда, наверное, я думаю, можно внешничек уже убирать. И ставить назад уже в шестигранничек. Да? Гляньте, сколько банда какая. Тоже ж какой колхоз. О, вот так снимает классно. Вот так раз от цвета. Вот так вроде тускло. А так вроде хорошо. Гля, сколько тут колхозня какая. Но они сейчас не голодные, они пообедали, я их мотылем сегодня покормил. Они сегодня пообедали мотыликом. Вот этих бандерлогов, если все нормально, завтра подвести, вот этих красных всех, отвезти на магаз, было бы неплохо. Очень даже неплохо, ля. А ну, желтенький цвет. Короче, когда желтый цвет, тогда оно снимает хорошо, ля. Оп, добавил сейчас оно. Оп, там спрашивали, что за устройство. Ну, 12. Что я могу себе еще позволить? Это самое. Так. Ну, впрочем, как-то все. Вот это хочу выловить кубинку. Уныкается. Уже приготовлена скатка под нее. Ее тут вода. С этой баночки. И, в общем, как-то так. Попродавать вот этот весь хлам. Вот этот весь хлам. Вот этот весь хлам. Все попродавать. Поставить сюда. Здоровый один склеить. Вот этот. Вот сюда такой мощный. Тут у меня получится ого-го. Как раз такой же высоты, чтобы работать было удобно с ним. Ну, вот такой высоты, только на всю вот эту полыцу можно сделать его. И будет замечательно, я думаю. А вообще, видно будет. 7 пятниц на неделю у меня постоянно. Вот у меня даже фанера надо астриков заселять туда, северумиха. Да, Сима? Симуша, ты кабаниха. Кабаниха, Семидла. А, Симочка. Да, Семеновна. Ох и Семеновна, Семеновна, Симочка, повесил кормушку птичкам, там будет охотиться, да, но она уже начала на балкон выходить, к соседям туда ходить, по балкону, на улице, конечно, котяра ее шмандует нормально, а, вот это же еще покупная, у меня тоже чистая это, слитая вода, сейчас, Валерчик, сейчас, о, ля, камни долбает, Валерьян, ох и Валерьян, оп, заигрывает. Заигрывает подруга. А ну она не толстая еще. Она еще не толстая. Она должна быть толстая. Она такая будет, о, пузатая, когда будет икру давать. Вот эту команду сдать бы завтра. Было бы, конечно, хорошо. Тут мечей будет штук 30. И корики я уже видел, у них заканчиваются в магазине. Отсюда, конечно, будет проблемненько ловить их. Ну ничего, не привыкать. Достану все растюхи. И это самое... И повылавливаю как-то с помощью сачка и какой-то матери. Будут они выловлены. Вот этих, я не знаю, тут некого отсаживать. Хай сидят в общаке. Малина черная, 200 ре.
магазине. 200! Там миллионером можно стать. Но это, походу, моя же тоже. Это моя же рыба. Потому что пробросы пошли тоже белые. Тут, помните, она не с пробросами были. Это моя же рыбка, купленная в Универмаге. Этот дядька ее купил, она у нее начала плодиться. Это, и все хорошо, короче, пошло у нее. Вот это только зарядила ты муху. Вот это должна быть на утро готова. Может, даже будет готова уже и на вечер. Посмотрю, малым что-то дать. А так сейчас давал им горчицу. Они горчицу неплохо хавают. А мутняк, я думаю, мутняк все-таки был там от циклопа, от перекорма. Все правильно там, Лена, ты писала. Скорее всего, да. Скорее всего, так оно и было. Ну, в общем, все, буду заниматься Валерой. И потихонечку снимать тут икорочку. Дальше. Он еще на фильтре С уже стоит. Сидит. Это белая. Опять это забилась там и сидит это в углу. Только мешает вообще всему процессу. Так, на земле он попадали, лежит. Раз, два, три, вижу. И тут 3, 6, 9, 12 штучек висит уже. Уже есть 12 штучек. На растюхах вот тут вот есть, на вот этой пластмассовой тоже есть. В общем, как-то так. Тут что, улиточек становится меньше. Не сильно, конечно, но становится их поменьше. А на как он? Анубиас, да, же это, ну да, Анубиас же это, Анубиас. Только какой-то на Анубиас. А, вот это ты мне писал, геймер. Я уже не помню, что это за... Ну, не буцефала, не буцефаланда. Короче, да, это оно, наверное. Это оно, это растение. Я так думаю. О, а что ты зашаталась, подружая? Вон что-то я заметил. Шатун. Шатун. Ты или рожаешь? Или что ты вот это тут? Что такое? Что ты себя так плохо чувствуешь, я смотрю, а? Гупендра. Ты была толще, ты что, рожаешь? Или рожать собралась, или что ты? Что тебя подшатывает? Я вам только воду же вот вроде поменял, подменил. Ну, товарища тоже там капец. Начал лечить одну рыбу от манки. Барбусы все положились, в общем, непонятки. Правильно сказал казах, что нет двух одинаковых аквариумов. В каждом аквариуме своя движуха, своя биология, своя это самое. Ну, от этого света я смотрю тоже. Вон. Кто это только что, сука, сделал? Валера! На, ля, вон, видите, брызги аж полетели сюда. Что ты плюхаешь? Что за игры брачные? Вон, ля, аж потекло. Я аж услышал, меня аж по спиняке дало. Что за движ? Сейчас. Ну, она к нему заигрывает, ля. Ну, что ты поделаешь? Ну все, буду, короче, ладно, дальше сейчас поставлю на загрузку видос. Вроде там показала 1,5 метра в секунду скорость. А, понятно, конечно, понятно, что мы разряжены. Ну все, будем что-то делать. А сейчас начну что-то делать. А кипятос вот тот, что сгорел, надо разбирать его. Он не сгорел, надо его разбирать, короче, делать. Уже клинит, шминит, короче, жопец ему пришел. Ну, в общем, как-то так. Фу, хорошо хоть то улитка. А мне показалось, то икра. Я через телеграм глянул, вроде, а, у икра. В общем, мне... О! Еда. Валерчик, тебе сейчас фартанет. Вот она. Вот она, потенциальная еда твоя. Вот она. Ее приплюснуло сразу туда, в утиль. В утиль ты сейчас пойдешь. Сейчас Валера тебя схавает. Все. Всем пока. А ну. Может, я сейчас выдерну ее отсюда. Какую я хочу словить? Я сейчас покажу, какую я хочу словить. Вот эту. Вот эту. Нет. Вот эту хочу на сохранение. Больше вот эту на сохранение поставить. Я не понял. Ты не родила. Ты вроде толще была. Что-то нажатые были. Да не, если бы рожала малек бы, то сейчас плавал бы по верхам. Да, Симочка, а что ты так водички попить хочешь? На, тебе стулочку, на, пожалуйста, пей. Селедки нахавали сегодня, Сима тоже наелась, иди, залази. Давай, моя хорошая, давай. Лупаш. Ну, 1-2 малечка попадется, я сильно не расстроюсь. Пей, моя хорошая, пей. Сушнячок. Она когда у меня тут мальки Акар когда-то были, она перестала там пить, потому что они ее начали кусать за язык. Вот там у меня жили с того аквариума когда-то. Ну, это еще на другой хате. В общем, как-то так. Был, о, беляшек.
Сегодня утром видел у Беляшика, я там подружая сидела, аж там за камнем. Кто? Виолетта. Виолетта. Ну, не знаю, она умерла или нет, или малолетка, или Виолетта осталась. Вот эту я хочу выцепить. Да, вот эту я хочу поймать. И хай сидит в скатке на сохранение. Кубинцы тоже дорогие в магазине. Ну, у меня вот, конечно, ж тут подрастающее поколение. Туда-сюда месяцок, и их можно уже на магазин сливать. Да ну, блин, я сейчас на свете, на воде попал так, что они меня вообще что-то не радуют в последнее время. Одни минуса с вами. Одни минуса. Это спасибо подписчице, не буду говорить, кто инкогнито, попросила не называть ее имя. Скинула мне денежек на новый телефон. Ну, я еще домазал и купил. Все, до новых встреч в эфире. Они ончик или как стоят, прикольно. Мир, дружба, жвачка, всем пока. Может, завтра рыбосей каких-то новых куплю. Может быть. По-тихому надо только, чтобы не слышала Виктора, она будет опять. Ура! Ты задолбался своими рыбами. Но она все равно их любит. Ну а как? Кричит, ну а что делать? Терпит. Да она и сама иногда вот это хоть отвлекает. Ух ты, какая ля! Вон леопардовая толстая. Вот это она, блин, я же сказал, что не буду никого не рестить. Вон леопардовая, вижу, толстючая донюха. Как раз прошло время, где-то неделька, плюс-минус. Ля какая толстючая, и самцы там уже рядом что-то вывиливают. Ну если я сейчас воду сегодня поменяю, у них они стопудово скинут икру. Что ж делать? Вон есть еще один. Ох, мне только еще Данио не хватало, хотя же они, блин, идут. Короче, я сам не знаю, что я хочу. Проснусь в один прекрасный день, а их нету половины аквариумов, и все. Потому что в минуса они меня сейчас тянут, хорошие минуса. Хобби-хоббитами, а минусуют они. Серьезно, сейчас они бьют меня по бюджетику. Все, покетушечки теперь на самом деле. А что мы не посмотрели еще? Астриков? Да астрики сидят, а что на них смотреть? Сидят они, пошли на Пеппу глянем. Начали за здравие, закончили за упокой. Пошли астриков смотреть, что ты, Пеппенита? О, краса. Где б найти баранту тебе, друга б сюда, а? Хорошего такого дружбана тебе найти. Зеленые не получились. Я жду, зеленые не получились, ничего не вышло. Может, они были неоплодотворенные. Может, не знаю, что-то. Что-то, короче, пошло не так. Да, Пепс? Пепсина. Ох и Пеппа. Ох и Пеппа. Ну, это за пальцы не кусает, но ручная тоже. Ручная девчина. На! Пеппа, смотрите, как она хлюпает, когда она хавает. Это капец. Это бульбы летят во все стороны. Тут я вот так вот, это насыпом вот так вот. Видите, как я сыплю? Насыпом. О, все, бруж, башкой своей сразу. Бьем, бьем. Ну, неинтересно. О, аж запхнулась, запхнулась, аж вылетает со всех щелей. Все, хай компрессор дует. Вон он, висит он там, и нормально, все, не жужжит, и все четенько. Не надо там никаких полочек. Вот, смотрите, как она хавает. Она сейчас должна так вот назад, она плывет. Ну, сейчас ей не надо плыть назад. Сейчас она хапс, халяпнула, и хорошо, да? Бум башкой. Пепенчито. О! Ну да, сейчас вот хватает. И она обычно так назад плывет, поверху буль-буль-буль, и оно туда за ее башкой, вот этой шляпкой, за ее шапкой, оно получается туда хоп и в рот самой ей залазит. А что это за хруст? Сима хавает. Там, ой, боже мой, селедку, голову селедки доедает. Вот это еще самая голодная кобыла. Ну, ля. А бульбашит когда? Ля. Ох и пепенита. Ох и пепенита. А тут уже слой такой и извести, что просто жесть. На светильничке. О, и хлеба кусок можно бросить, она и хлеб сожрет. Карп у меня жил в зеркале, ихтиандр. Тут бананы хавал. Тут вообще все хавал.
Да и это тоже. Одно же одно, одного же поля ягода. По-разному называется, выглядит, а вид одинаковый, карповый. О, такой пра-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 пра. Да, да. А, уж пенит как. Так, ладно, все. Надо валерьяну идти воду менять. Сейчас я покажу вам, какую я буду сюда воду заливать. Вот это сделаю я 50 на 50. А может, наверное, не 50 на 50. Он у меня крепкий парень. Вроде более-менее отстоялось. Ну, 3 дня стоит, ну, ё-моё, желтизна там вся внизу. Ну, а что мне делать? Все, покровку уже помыл. Пакетушки всем.